Как же прекрасно осмысленные чтения, мои дорогие друзья. Когда ты думаешь и читаешь, когда ты представляешь себе то, о чем написано, как визуальный ряд в своей голове, Боже, ты растворяешься в этом потоке информации. Как важно представлять контент, понимать, что написано. Я, честно говоря, по-другому не читаю. Но есть, к сожалению, люди, которые читают поверхностно, не входя в суть вопроса. Мне кажется, это ошибка. Мне кажется, очень важно участвовать в проекте «Осмысленное чтение», потому что он дает просто крылья.